Вам предлагают с деньгами конверт, чтобы решить один спорный момент. Стоит ли брать? Хороший вопрос. Ты про себя подумай всерьез. Если дела решать будут взятки, разве вокруг все будет в порядке? Если конверт тебя так привлек, помни, закон у нас очень строг. Лучше всего поступать по уму. Если, конечно, не хочешь в тюрьму. Нужно вместе принимать меры, чтобы исчезли коррупционеры. И начать это прежде всего ты попробуй с себя самого. Не давайте взяток и не берите, а порядочно, честно живите.